В новогоднюю ночь праздничные гуляния пройдут во всех районах города. Главная елка, как всегда, на площади юности. Здесь ярославцам будут поднимать настроение народные артисты из самодеятельных танцевальных и певческих коллективов. Фейерверки, бенгальские огни, брызги шампанского – непременные атрибуты новогоднего праздника. Чтобы ярославцам не пришлось ездить далеко, свои елочки зажгутся во всех районах города. А через неделю грядет большой праздник – Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе пройдет рождественская служба. Ее возглавит митрополит ярославский и ростовский Пантелеимон. Прямую трансляцию ночного богослужения можно будет увидеть на городском телеканале.